Данил, мы поздравляем тебя с победой. Поделись своими впечатлениями об игре. Ну, игра была тяжелая очень, все ребята выложились на 100%, поэтому результат минимальный 1-0. Приятно, что на 0 сыграли, это значит, выложились и сыграли отлично. Расскажи, как готовились к домашней серии игр? Ничего, после праздников собрались, разобрали наши ошибки, которые были в первой половине сезона. Ну, тренера подсказали, придумали новые упражнения, побегали, над физикой поработали, и все. Хорошо. Как оцениваешь сегодняшнего соперника хоккейный клуб «Рязань»? Ну, Рязань достаточно физически готовая команда, как бы, ну, опытные ребятки постарше были, так что есть бросающие, большие парни, так что хороший соперник.